Итак, мы сейчас находимся в Алгарской гимназии, и сегодня 7 ноября, сегодня праздник, День духов, про который я говорил в моем предыдущем видео, ссылочка в описании, можете посмотреть. Да, сегодня мы будем выступать одной группой Love and Purple Panther, и мы будем выступать также с группой Soulmate. Да, будет крутой вечер, что еще сказать. Все нарядные, все красивые, Мне еще только надо переодеться. Та-ра-ра-ра. Ну, Стэн, Раги, куда сюда? Нормально. На, вести. Ты на проуре. Я. Oled valmis mängima? Paar mitsi viiraks tegelikult olla. Mõtle selle peale, et me oleme tšempioonid. Это как раз тот зал, где мы будем выступать. Так что передам камеру своему другу, и он заснимет нас, как мы играем, концерт весь в основном. Räägi mulle, mis sa tunned täna? Ma olen nervis. Miks sa oled nervis? Sest et kontsert on liiga ilus ja ma pean selle esinema. Ja see on kohutavalt stressi rohke. Ei ole. Mis sa esinud? Aga ma olen valmis. Oleme valmis. Sa oled valmis? Ma olen valmis. Ma olen valmis, kui sina oled valmis. Sa oled valmis. Jah. Ruske. Need kaks tõgi järjest. Tõgi järjest. Jah. Mina võisin enne ära ja siis kohe. 7.14 vastupajam. 14. 14. 7.18. Pärast... Ei ole. Mad World, Radiohead. 7.31 наша группа, Love and Purple Panthers выступает. 7.34. А, у нас три подряд будет песня. Круто. Вот так выглядит сцена за кулисами. Все уже потихоньку собираются. Люди пришли. Приходят. Oh,
Sten, mis sa mõtled? Normaalne. Normaalne? Vaasi normaalne. Еще один прекрасный день в городе Варга. Мы закончили вот на такой прекрасной ноте с Кейди, с нашим Стэном. Выступили офигенно классно. Спасибо.